приветствую всех в 22-м году. У нас не очень холодно, но довольно ветрено, но холодает. У нас уже 2 января, что вчера было, потом расскажу. Хотя, что потом, это же предыстория той ситуации, в которой я нахожусь. В общем, вчера трактор запустил, у нас было достаточно тепло. Не так, конечно, как обещали, что около нуля, но было минус 3, минус 4. Я трактор запустил, навозил всем сено, пробил дорогу до склона, там у нас горка есть вниз к реке, и там мы покатались на ледяночке. Ну, дети покатались, я-то не стал. Вот, и трактор я сюда подогнал, на ночь здесь оставил, чтобы запустить его с утречка и вывести навоз. И он, собака, с утра не запускается, хотя не очень-то и холодно. Причем не запускается так, что стартер вообще не реагирует ни на что. Питание-то есть, а ничего не хочет работать. Не знаю, в чем причина, возможно, вот в этом. Вот, клемма, она разболтана была вся. Сейчас я там гайку потяну, вот эту вторую сейчас дотяну, и посмотрим, что поможет или нет. Потому что я вообще понять не имею, в чем проблема. Утро начинается! Начинается! Опа! Сейчас, блин, завалю скирду. Ловись! Так, это нам на ферме не нужно. На! Вот как влезает трактор на ферму. Выхлопная труба едва проходит, там сантиметра 4 остается зазор. А крыша уже гораздо выше, чем выхлопная труба, поэтому дальше я влезать на ферму не влезаю. Ставлю рулоны так, и там дальше мы их уже вручную обкатываем. Окна вчера практически оттаяли, снова замерзают. Покрываются вот такой вот шапкой снежной. Ну, шапка хрен бы с ней, но здесь некоторые подоконники, скос туда. И вода и лед там скапливается, замерзает, тает. Мне кажется, разрушит он такой подоконник, этот лед. Хотя, может и нет, посмотрим. И гляньте, что я тут поймал на ферме. Эти ребятушки у нас давно здесь живут, все морозы пережили, на улице уже тепло, поэтому отправляются на улицу. Потому что много хулиганят, гадят где попало, в кормушки, масть даже умудрились они нагадить, пьют еду, мало ли чего не переносят. В общем, мыши пернатые, на улице тепло, отправляются гулять. Кто не понял, это у нас синички вон, желтые бачка. Злющие, капец. Ну, хватит клювом за все, что можно. За хвост друг друга. Ам, вцепилась. Так, одна отправляется. Это та, что помельче. Видимо, самка. Полетела. Ругается. Ага. И вторая. Они парочкой жили у нас на ферме. Ау, клюется там вовсю. У-ху! Под машину. Ну все. Хоть и мыши пернатые, но не стали убивать, отпустили. А вот так у нас корова, которая на додойке, она молока дает все равно очень мало. Нам помогает выкармливать теленка. Так проще. Меньше теленка кормить, меньше корову доить. Единственное, что она ногой от него отмахивается, все-таки не ее дитё. Непривычно она к такому обращению. Возможно, вообще телят никогда не кормила. Вот так вот ножку ей держу веревочкой. Если она пытается ей махнуть, я удерживаю. Но уже перестала пытаться почти что. Привыкает, смиряется. Это у нас, по-моему, уже 2-й день. Или 3-й, я не помню. Мелкого на этой же веревке вожу назад в его загончик. Так он уже как собака на поводке ходит. Смешной такой. Все, вот спрашивали в комментариях имя теленку, какое дали, или как советуют, какое дать. Но, честно сказать, мы думаем, ну, типа, он же на мясо у нас пойдет, нам бычки не нужны, поэтому не думаю, не знаем, имеет ли смысл давать имя мясному бычку. Мы думали, ну, типа, можно и дать-то, в принципе, либо вообще нумерацию ввести, типа, вот этот теленок первый, второй, если будет мальчик, пойдет на мясо, будет второй. Ну а дальше разгул фантазии, так сказать. Если первый, то значит можно назвать Гагарином. Либо вон, видите, беленькая висит помпончик такой, как на шапке, только снизу. Вот, можно помпончиком назвать или просто пончиком. Короче, это фантазия
может погулять, но не знаю, имеется ли смысл давать ему имя. Вот так прикольный, смешной. Домой. Давай, за мной пошли. Давай, давай. А, меня унесешь, дурак. Понесся. Так, калитку закрыли. Ну что, пойдем. Воу, дурачок, а? А энергии сколько, да? Нет, 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 нет. Ну вот, врезался. С ума сходишь, дурилка. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Собачонка, блин. Пошли. Рвет домой. Ногами машет на овец. Они его нервируют. Но что ты вытворяешь, дурак? Снесешь себе что-нибудь. Пошли. Сегодня он больно расхулиганился. Обычно чапает домой и все. Давай, заходи сюда. Что ты с ума сходишь? Тянуть тебя теперь? Нет, ты знаешь, что не получится. Ага, ага. Хулиган. Давай ко мне иди. Давай, давай. Давай, заходи, ты знаешь, что здесь твой дом. Корове так бежал перед меня. Ну и все. Дурилка. Ку-ку. Давно не снимал кадры, которые вы видели за секунду до меня. Снимал хрен знает когда, потому что все вокруг болеют, я работаю. Они, конечно, тоже и болеют, и работают. И тут, здрасте, вирус догнал и меня. Царица так и не родила. Вообще, неудивительно, что я приболел, потому что ну, вокруг болеющие люди. И тем более, что в прошлом ролике мне нам казалось, что все выздоравливают, но нет, все до сих пор побаливают. Конечно, да, уже все, всем легче, всем лучше, но было довольно мучительно. Во-первых, мы не спали, ждали, пока корова разродится. Потом я, естественно, плохо спал, потому что все болеющие вокруг кашляют. Плюс ко всему, вирусная нагрузка приличная. Те, кто кашляет, они вирус выпускают из себя в округу. Я этим тоже дышал, вирус попадал в мой организм. И с накоплением усталости, скажем так, и вот этой вирусной нагрузки... иммунитет начал сдавать, и вот я приболел тоже, болеем теперь все вместе, но скажу так, что я болею все-таки полегче, чем все остальные. Вчера мне было жутко плохо, температура, ломка вот эта вот, ходишь как зомбак, блин, где же я уже сдохну, сегодня кашель вот, температуры нету, вроде как норм. Аня тоже меня подшаманила, подлечила, с бубном попрыгала вокруг вчера. Сегодня я работаю. Хотя я вчера работал, ноги вот едва таскал, но старался ей помогать, потому что на нее одну все свешивать, заболеть и упасть, я, знаете ли, не имею такого права. Вон тут такой бардак, свинарник. Делаю кухню. Но будет отдельный ролик. У Ани, кстати, интересный симптом. Блин, больно, кашель. У Ани симптом забавный. Ну как забавный, ей-то не забавно. Ходит и постоянно чувствует запах хряка. Вот это вонище. То есть постоянно, нон-стоп, чтобы она там мандаринку понюхает, еще что-нибудь. У нее вот такая фигня еще проявилась. Ну и это явно не энтеровирус, как люди пишут в комментариях. Она пыталась отвечать на эти комментарии. Но YouTube почему-то ее комментарии скрывает. То есть она пишет комментарии, отвечает на ваши комментарии. Судя по тому, что вы не отвечаете ей, вы их тоже не видите. Я захожу со своего аккаунта, смотрю туда, где она писала, и там ничего нет. То есть ее собственные комментарии видит только она. Мы заходили еще другого аккаунта, смотрели. Какую-то странную блокировку, какой-то мут Анин аккаунт получил, неизвестно за что. Она не может теперь просто общаться с людьми в Ютубе. Вот такая вот хрень.
До этого она всегда писала со своего аккаунта, а я писал с аккаунта канала. Но теперь, наверное, будем вместе отвечать с аккаунта канала. И вы будете гадать, а кто там пишет. В общем, думаю, не помрем, все будет с нами нормально. И в скором времени, как мне станет получше, полегче, я начну выпускать видеоролики подлиннее и почаще. Все, дожидайтесь, пока-пока.